Всем привет, поговорим о Константине. Константин. Наверняка в последнее время вы заметили повальное увлечение киноделов к экранизации различного рода комиксов. Очень большой процент того, что сейчас прокатывается в кинотеатрах и будет прокатываться в ближайшем будущем, в той или иной мере связано с комиксами. И если вы не следите за новинками ТВ-индустрии, то есть сериалами, могу вам сказать одно – там происходит ровно то же самое. «Ходячие мертвецы», «Готэм», «Штамм», «Флэш», о котором мы поговорим чуть позже. И вот теперь канал NBC совместно с DC Comics выпускает ТВ-версию комикса о Джоне Константине. Скажу честно, комикс я не читал, поэтому сравнение будет с экранизацией 2005 года выпуска Фрэнсиса Лоуренса с Киану Ривзом в главной роли. В ТВ-версии комикса Джона Константина играет Мэтт Райан, который засветился в нашумевшем сериале «Викинги» и попал в несколько сериалов различного сорта. Что первое бросается в глаза в пилотном выпуске сериала? Отвратительный хромакей и ужасные спецэффекты. Строго говоря, во втором выпуске картинка выглядит покрасивее. С чем это связано? Сказать не могу. Изучая рейтинги, можно проследить, что вторая серия по просмотрам откровенно провалилась. Как это скажется на будущем сериала, посмотрим в дальнейшем. Еще одно неприятное сравнение с оригиналом идет от образа главного героя. Если я смотрю что-то, где главного героя зовут Джон Константин, я хочу видеть в первую очередь злого, язвительного и смешного циника, который курит одну сигарету за одной. Просмотрев некоторую информацию о графическом романе о Константине и посмотрев оригинал 5-го года, можно понять, что сигарета является своеобразной фишкой Джона Константина. В сериале же сигарету заменили зажигалкой. Он постоянно с ней играется, у него она постоянно в руках. Они попытались сделать вид, что главный герой курит, но моментами просто он тушит сигарету в пепельнице. При этом в конце пилотного выпуска какая-то незнакомка постоянно рисует Джона, и что? У него на каждой картине сигарета в зубах. Да и юмор главного героя уже не тот, что в оригинале 5-го года. Он также пытается саркастично шутить, цинично выражаться, но выглядит это как минимум жалко. Что мы имеем в итоге? Сериал, который не оправдал и, строго говоря, вряд ли оправдает ожидания поклонников экранизации с Киану Ривзом, сериал с не самой красивой картинкой, но довольно неплохим сюжетом. Я все же решил для себя продолжить смотреть этот сериал, но при этом в надеждах, что данные косяки будут исправлены в дальнейшем. А будут ли они исправлены, покажет время. А у меня пока все. Пока-пока.